Тренинг. Так, прямая трансляция. Я сейчас еще еду вот бок о бок с Перовым, он на R8. В целом тоже скорость нормальная. Все обновлено. Все, трансляция установлена. Больше, если второй раз упадет, то больше не буду этим заниматься. Че, как у тебя время круга? Пока 4 минуты 3 секунды с лишним. Да. 4 минуты 3 секунды. Но это с учетом ошибки. Короче, ну такое же время. Меня пока больше беспокоит мой интернет. А кому? Я хочу прижим все-таки добавить до стокового. Вова там успешно смотрит онборд. Он, да, отличный этот технический руководитель. Да, да, просто вот. Ну, прям... он как бы он опыта набирается, да, чтобы вот у них, чтобы у нас потом применить. Как разработчики картошки набираются опыта в доте. Да. Ух ты, кто-то там нас видел, был только что. Телеги ничего нового не написали? А я не чекаю. Так, у Вани пару вопросов. Какие плюшки в турнире дают? По-моему, никакие. Он просто да, есть. Да, это чисто как бы. Да, это чисто любительский фановый турнирчик. Единственное, что вот этим летом давали, это поздравления друг другу. Фига за мной паровозик едет. Да, это по карте, по мини-карте. Ну, сейчас преследую вот Алекс Тика. Он, я в принципе, на нормальный. Прямой еду вот на второй шикарь сейчас. Он, в принципе, нормальный гонщик, он сейчас на Порше. И я так нормально ему везу по времени. Мое почтение. У меня сейчас время 10, но оно, скажем так, не совсем боевое. Да, блин, нет, стой. Тла. А, ты вылетел там внизу, да? Да, я хотел, ну, типа, я напрямую стал этот баланс по тормозов подправлять,
Я его не в ту сторону подправил, и пока я это исправлял, я пропустил точку торможения. Так, сбросить этот. Блин, ну слепстримы в этой гонке будут страшные вещи. Ну, я везу себе 2 секунды пока что. Красиво. То есть потенциально я иду на 4.01 с лишним. Красиво, красиво. Второй вопрос я забыл. Красиво, красиво, Вань. Пять минут до квалификации. А, кстати, а ты не знаешь, не помнишь? Автопилот рушит рейтинг надежности. Да. Понятно. Да, спасибо. На одной удачке только поеду. На свечах от Honda. И на масле от Микрухи. Ой, блин. А, да, спасибо, что уже заранился. Не, я думаю, я на прямых, на вот этих длинных, если ни с кем бороться не буду, я буду чекать чатик по возможности. Типа, трасса позволяет. Так, но у меня было время сколько? Я не помню, сколько у меня было время, но я от него уже почти 4 секунды без... А, ты кого-то убил? Ну я, да, у меня... Я потерял вот заднюю часть машины в последней шикане и чуть-чуть задел Дика. На стиле. Поржать хочешь? Нет. Возможно, мне, конечно, показалось, но, по-моему, у меня был вообще, в принципе, лучший второй сектор. Возможно, мне показалось. Фиолетовым был? По-моему, он был фиолетовый. Надо на стриме сейчас пересмотреть, будет, круг закончил. Потому что-то я сейчас вот следующие сектора пошли, и я такой типа, чё? Почему они синие? Так, а я надеюсь в этой... Сейчас вот мы тренируем... А, нет, я не... Боже. Все, только все... крестик не нажимай. Да, только крестик не нажимай. А, так.
первый сектор был Си. Квалификация через минуту. Ага, да, я сплю. А, нет, синий, все, мне показалось, что он был проведен. Косяк. А, вот все, эфир. Постараюсь быть тут и поддерживать вас всю гоночку. Спасибо, спасибо. Так, где наша группа поддержки из этого? Напиши в группу, может там не увидели стрим за потоком мемов. Угу. О, мероприятие начинается. Я сразу поеду, я не буду никого пропускать. Я тоже. Алло, как поехать? Так, он не сразу почему-то выпускает. А, он типа пропускает. А, у меня машина сломалась. В каком смысле? В смысле, что не выезжает из боксов. Ну, включи первую передачу, нажми газ. Нет, в том-то и дело, она, ну, крутится в боксах. Когда выйди в гараж, только крестик не нажимай и вернись обратно. Только крестик нажимай. Так, выход на трассу. Нет, она не выезжает. Странно. Напиши в чат, может, ребята знают, в чем проблема. Ну, камон, выехай. Помогите. Все выехали, один я. А нет, еще кто-то стоит, но он просто стоит. Ну, короче, я время квалификации не покажу. Ребят, я... Короче, ты стан... Короче, рак квалификации, да? Свечи загорели нас на старте. Ручник не дожат. Ой, Алекс Тикс, все. Поиграл, понятно. Теперь ты не последний. Нет, тут кто-то еще стоит в боксах. Кстати, он как и я, по-моему, стукается. Да-да-да, тут какой-то пацан на Порше тоже не может выехать. Я не один такой. Развлекайся с тобой. Классные тут. Сервера. Ну чё, Вань, давай развлекаться вместе. О, я могу пока на полминуты отойти голосовое послушать. А, админ тоже застрял. Красиво. Thank you.
но я, скорее всего, сойду на старте, потому что что-то у меня машинки дергаются. Я тут. Так, в чем проблема, собственно? Проблема в серверах этой помойки. Вот. Только у них. Ну и не знаю, больше ни в чем. Восстание машин. Восстание игры. Чувак. Ух. Ты поехал на... А, это только первый круг вы закончили. На быстрый круг, да. Сейчас. Ну, давай, тащи. О, 4 человека. Ребят, вот 4 человека, кто сейчас. Просто вот ближайшие 10 минут мы смотрим, как... брейкданс от машинки. А, и на рекламу Deutsche Post. DHL. Зараза, ну конечно. Автопилот на боксах отключать нельзя. Вот прям вообще нельзя. Я в трафик попал. Фига там, админ выехал. Как он это сделал? Не пиши. Ну выехай, ну какашка езжай. Сегодня видел угарное видео про брейкданс. Не, мое лучше. Короче, я как в духе Захара поеду с последнего места и буду делать прорыв. Магия. Ну, кстати, у меня машина вроде как постепенно приближается к выезду. А нет, мне показалось. Ну, название видоса уже восхитительное. Три 59 404. 403 400. 403 2, но это с учетом трафика. Ну красиво, хорош. Так, я выхожу в меню и выхожу снова на трассу. А, я понял, что у тебя. Она у тебя типа бьется в стену, да? Да, да.
Ну, попробую еще раз пару раз, типа, выйти и перезайти на трассу обратно. Потому что такое, да, бывает, но оно, типа, лечится этим. Оно лечится, окей. Пытаюсь Просто несколько раз реанимировать попробуй. игру. Да, у меня примерно та же ситуация, только эта пися вокруг моего рта крутится. Да камон, чё этой BMW так нравится реклама Deutsche DHL? Ой, я чуваку, похоже, круг испортил, а он мне попытку следующую. Ну выехай из... Я уже раз 10 туда-сюда выхожу в гараж и назад на петлю. Камон! Выезжай! Ну, короче, это ГГ. Я сделал все, что можно. Этого оказалось недостаточно. Увлекательный геймплей. А можно ли быть в режиме наблюдателя и не снимая крестик? Не знаю, лучше не пробовать. Там Ну... осталось-то 3 минуты. Ну, поэтому и да, поскольку 3 минуты я не буду. Лол, серьезно, Вань, ты мне скинул видос? Тупо по фану посмотрю. Симпатично, симпатично. Захар 4 4 0 3 5. На 0,3 быстрее время. А ты хорош, Тём. Либо ты реально дикие настройки нашел для своей Хонды. Нет, Захар, он не то чтобы прям супер круто быстрый, но он тащит вот именно за счет тактосиков всяких. Вот, ну плюс да, скорость Ну, у я... него, особенно на длинных отрезках, он очень стабилен. Не, я как бы Вот, видел, я с как он ним на... побеждает Да. от тактики, но все же. Все-таки он и помимо тактики просто быстрый. Да, он достаточно быстрый. Зараза.
полторы минуты сложилось. Вау, какой Мерседес у кого-то красив. Не, я, конечно, попробую, но вряд ли будет улучшение. Тупо езжу сквозь Мерседес. Ебой. Оставшееся время 4 минуты. Это вас нужно еще дождаться, пока вы... Ух. Да. Может пойти что-то попить? Не, это ГГ. Ну, я, конечно, пацана не заметил, ему круг испортил и сам не проехал. Пазло. На полсекунды меня опередил зараза. Четыре ноль одна четыре. Ну, кстати, пацан, которого ты выбил, он улучшил время свое, по-моему. Нет, это Ямато-сан, там 4.04.5, он да. Хуже. Все хуже, еще. Чем прошлое, ну ладно. Сережка на AMG GT, да? Да. Так он же говно. Ну, пока... Нет, AMG GT, вообще, типа, он сложный, конечно, но на этой трассе, вот видишь, они тащат. Да, V12, GTR, то есть вот эти моторные все машины, кстати, есть не из моторных, типа, первый. То есть 911 ниже. Захар на Vantage. R8 ниже. По-моему, ты самый немоторный. Да. Так, все, сейчас самое главное на старте. Не вылететь по интернету.
не влететь ни в кого, чтобы в меня никто не влетел. И все, и считай, гонка удалась. Не, реально, на самом деле, типа, на старте надо очень аккуратно. Ты смотрел видос Фотона? Нет. Где он в это курсе компетиционе? Нет. Ну, короче, главная мораль. Не стоит пытаться выиграть гонку в первом повороте. Вряд ли это кончится чем-то хорошим. Но в первом повороте есть шанс довольно много позиций отыграть. Я гораздо больше шансов поломать машину, поэтому не стоит. Ну типа да. Окей. Ну короче, если будешь торпедировать, пожалуйста, давай только не меня. Не, ну я ж это в тарикеле тебе все дела. Правда, Феттелю с Вебером это не помешало в 2010-м, но ну, Вебер тогда не был в Трикеле. Справедливо. В смысле, моя заявка отменена? Чего? В смысле, где, что? У меня только что в чатике написало, что моя заявка отменена. А, нет, ты на стартовой шотке стоишь, все нормально. Все, окей. У меня самый худший режим безопасности из всего пилотона есть. Ахьюбан. Так, все, сосредоточились. Я вылетел, походу. Все поехали, а я. Капец. Фотона. Охренительно. Алло. Да. Я, короче, походу это. Того. Минус. Ну, уже машинка лагает, поэтому я тоже могу отключиться. Ну, короче, погоняли мы. В этой машина стоит на, получается, на стартовой решетке для вас. Ну тебе лучше убрать ее оттуда, потому что это как бы баг старта, да, это. Окей. Ну ладно. Пипец, это же сейчас рейтинг надежности минус просто. Да. Ну что ж, стрим по гоночкам не в этот раз. Ты тоже минус? О, все, и Тёма отвалился. Классно. Так он. А, задержка стрима, он только что отвалился от нас, поэтому гоночки перед. Так, ща я буду что смотреть. Нормально. А, лол, мне за кем наблюдать. Окей, в таком случае сейчас я чекну календарик, когда там планируется следующий заезд. Куда-то же мне Тёма вроде кидал. Установите правила календарь. А, значит, я планирую. Значит, это следующая гонка будет Нюрбургринг ГП на LMP1. И это будет.
Загрузись, календарь ты дурацкий. Кому? У нас, короче, двойной слот. Да, это... Тём, понимаешь, мы с тобой что? Заняли два последних места. Что-что? Мы с тобой заняли два последних места. Не, ну не то, что мы с тобой заняли, это... Но да. Года. Тём, я не могу открыть календарь, когда следующая гонка. Ну, в пятницу. В пятницу, вот, все, в пятницу на LMP1 повторный дебют будет. Окей. Ну я нафиг выхожу из комнаты, что тут? Ловить mm-hmm. нечего, у меня даже не показывает никого, в принципе. Mm-hmm. Так, ну что, Тём, ты будешь катать сейчас просто или как? Ну, можно пару утешительных партий в орех, типа, и потом пойти уже. Пару утешительных партий в орех. Окей. Давай пару утешительных партий в орех. Тогда мне нужно стрим пересоздать будет. Короче, всем спасибо за... поддержку. Бля, тупо 20 минут сидеть. А ладно, короче, я пересоздаю стрим и идем поверх.